13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий. Эта дата была учреждена Организацией Объединенных Наций, чтобы люди больше знали о том, как снизить опасность бедствий. Главная ее цель – делиться друг с другом знаниями о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций. А в России в октябре проводится месячник гражданской защиты. Не остался от этого события в стороне и Киров. Например, среди сотрудников городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проводятся плановые учения. Но это не мешает специалистам диспетчерской оставаться на постоянной связи с жителями города. В том числе звонящим объясняют, что делать, если пришла беда. В первую очередь спасатели рекомендуют не паниковать и звонить по телефону 112. У нас в городе создан поисково-спасательный отряд численностью 32 человека для выполнения мероприятий по спасению людей. Кроме того, у нас функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая является органов повседневного управления в городе и руководит всеми диспетчерскими службами, служб постоянной готовности и диспетчерских служб предприятий.